Всем привет. Уже утро, 6:30 утра. Но еще все почему-то спят. Машин в городе вообще мало. Ну а мы уже едем на рыбалку. Приехали мы на речку Ингулец. Свою рыбалку начинаем с подводной видеокамеры. Надо поставить видеокамеру подводную, и потом будем ловить уже. Все-таки она мне помогает в моей рыбалке. Что вам интересно смотреть подводные съемки? Что мне, когда приплывает карась? Вот камеру я ставлю, бывает через 10 минут приплывает, бывает через 40 минут. Так что сейчас поставлю видеокамеру, одену свой костюмчик. И от того, что я там похожу, буду ставить видеокамеру вместо лова. От того, что я там похожу, карасик, там ил поднимется, и карасик быстрее придет туда. Ну а потом еще и прикормим. Вот у меня такой штативчик, тут заостренное, и воткну просто, да и все, и будет она там снимать. Кашу мы сегодня будем использовать с прошлой рыбалки. Видите, такой кусок остался, замороженный еще. Ну и тут еще есть. Так что высыпаем сюда пшено с бадьяном. И там есть немножко макухи. Это пускай еще размораживается, потом подбросим. Сегодня еще буду использовать вот такую карп. Оранж. Оранжевый. Для всех видов карповых рыб. Вот такая добавка. Немножко насыплю для связки. И сейчас залью водичкой. Вот, водички переборщила, чуть-чуть она жидковатая. Значит, добавлю еще немножко макухи.
это шарики пенопластовые. Ну, они сюда случайно попали, высыпались. Макухи добавил. И добавлю еще вот этого. Ванили для запаха. Я такое уже добавлял. То есть можно каждый день делать новые рецепты. Вот и все. Вот такую прикормку будем кидать на поплавки. Вот оно. Ну вот и первый карасик. Прошло только 10 минут, как поставил подводную камеру, походил там, и карасик клюнул. Но это еще местный, это еще не пришел с водохранилища. Ловим мы сегодня на красных червей. Для того, чтобы они дома сохранились, я ставлю в темное место под ванну и вот бросаю туалетную бумагу. Черви ее едят. То есть питание им нужно. Вот видите, мокрая. Ну и всегда надо поливать на 80% влаги для червей. Ну вот, и ловим мы на червячка. Чем тоньше червячок, тем лучше клюет. На тепленькое, кофту одень, понял, как в школу пойдешь, футболку и кофту одень, и покушать там на столе. Хорошо, давай, а то папа карасика одного поймал, а у меня уже 6 поклевок было, я что-то еще сплю, торможу. Ага. Ну все, Саша, ключи от квартиры на столе, по-моему, лежат у тебя, я тебя закрыла там. Ну все, и деньги на столе, понял, да, увидишь в комнате. Ну все, давай, пока. Тащи. Влево, потихоньку. Влево встань же. Ну, покажи, какой. Нормальный. Хороший карась. Сережа, я не тут поплавок снимала, оказывается.
вот очередной карасик клюнул с подсадкой опарыша. Он такой толстенький. Еще один карасик. Слабенько клюет. Надо попробовать на боковой кивок половить. И на мормышку. Вот она мормышка. Такая у меня. Поймался на боковой кивок карасик. Ира решила на боковой кивок половить. И на удочку клюнул. Карась. Сошел, был. Он ушел. Работает мормышечка и боковой кивок. И еще один. Третий, да, уже? Ну и четвертый сорвался. Вот так вот, уже пятый.
еще один. Пылился? Да, вот он. Покажи. Да, все сидят, ни у кого не клюет. А на боковой клювок очень даже хорошо клюет. Рыбка. Ого, уже большая. Вроде и клюва не было. Это уже тут под карасей много. Видишь, как я приспособился ловить? Ставлю на камышину. И удочку держать не надо, и подыгрываю. Я так меня клюю, конечно. Сейчас клюю. Если не это клюет, то это клюет сейчас сюда, на эту помешину. Надо постоянно менять места. Так, поработал тут минуточку. Другое место. Сюда. Раз. И так подтягиваем, вытягиваем. И опять опускаем. Видела поклевку. Видишь, какой боковой кивок хороший, что даже сейчас покажу, что я поймал. Смотри. А я же думаю, что так клюет, клюет. Смотри, бычок клюнул, маленький бычок. Видишь? А я же не пойму, что так клюет, клюет. Думаешь, а что ж я не ловлю, не карась. Был бы он, бы уже клюнул. Нету, да, тут рыбы? Наверное, нету. Видишь, такая вода зеленая здесь. Тут такая стоячая, наверное, ее тут нету.
была бы уже плюнула. Ну, зато проверили. Ну, тут глубже, видишь, чем там у нас. И еще один. Видимо, это очень увлекательно ловить на боковой кивок, потому что Сережа к поплавкам не возвращается. Самые дебри закинул. Да, ловится только на боковой кивок. Очередная карась. Что-то поплавки вообще молчат. Ну вот и Ирин карасик на опарыш. С досточкой. Хороший карасик. Это, наверное, уже не местный, золотой, наверное, который в хранилище пришел. Наверное. Такой широченький.
Ну вот подошла к концу наша рыбалка. Сегодня мы с Ирой ловили на поплавочной удочке. Клев был с переменным успехом. Клевало так, то поклюет, то перестанет. Ну, в общем, начал я ловить на боковой кивок, так как поплавочки плохо ловили, скажем так. Ну и боковой кивок себя хорошо показал сегодня. Основную всю рыбу я поймал на боковой кивок. Что поймал, сейчас покажу. Ну вот такой улов на сегодня. Ловили мы с Ирой с утра и до обеда всего лишь. Будем уезжать, рыбалка наша закончилась. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем здоровья и здоровья вашим семьям. Все, пока. Крайний карасик на сегодня.